Всем добрый вечер. Сегодня получил от подписчика вот такую бандерольку с Иркутска. Вот. Познакомились в социальных сетях когда-то. Федор, тебе огромный привет. Спасибо за посылочку. Сейчас вскроем, посмотрим. Такая бандеролька, ну Федор переживает, что я мерзну на рыбалке. И отправил грелки для тела. Посмотрел мою рыбалку в минус 30 градусов. И решил отправить мне такие самогревы. Спасибо, Федор. Очень приятно. Посылку доставили, бандерольку прям до дому, в квартиру. Даже не ожидал. Очень приятно. Вот тут даже рыбак нарисован. Ну, будем пробовать. Потому что скоро начнутся рыбалки с ночевкой. А весной у нас ночами все-таки еще холодно. Поэтому попробуем. Огромное спасибо. Всем пока.